Следующая серия это Smart. Начиная с 2015 года мы сделали небольшие переименования этой серии. Раньше она у нас называлась Smart STD, плюс имела продолжение больших емкостных буллеров емкостью 320 и 420 литров, которые назывались Smart FVR. Начиная с 2015 года мы объединили две этих серии и убрали приписку STD и FVR. То есть сейчас это просто называется SmartLine, SL100 сокращенно, например, или SL130 и так далее. То есть модель имеет диапазон от 100 до 420 литров. Обращаю ваше внимание на строчку, где написано Duplex, это вторая строчка сверху. Duplex означает марку нержавеющей стали, отличную от стандартной. Говоря о нержавеющей стали, хочу заметить, что марку, которую мы применяем, называется IC304. Это хромникевая нержавеющая сталь. Также ее обозначают как 18/10. Часто эту нержавеющую сталь применяют в пищевых производствах. Ее, например, применяют для изготовления кухонной утвари, ложек, вилок, кастрюль и так далее. Мы эту сталь применяем у нас в дверях. Сталь Duplex отличается от стандартной стали. Duplex это стали более устойчивые к агрессивным средам, в частности к окислителям, например, к хлоридам или к кислороду. Duplex, версию Duplex мы рекомендуем применять в том случае, если исходная вода у вас имеет очень большое содержание растворенных газов,